Праздник дружбы, понимания и согласия. Сегодня представитель нескольких этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана посетили городское общество инвалидов с благотворительным концертом. Данный концерт был организован в рамках цикла мероприятий, посвященных празднованию Дня единства народа Казахстана. В концертном зале городского общества инвалидов царит теплая и дружеская атмосфера. Сегодня здесь особенно многолюдно. Праздничную встречу организуют представители сразу нескольких однокультурных объединений Ассамблеи Кустанайской области. Они поют, танцуют и исполняют всем знакомые мелодии на народных инструментах. Такое музыкальное мероприятие они посвящают одному из любимых праздников. Управление общественного развития акимата Кустанайской области создало план по предпраздничной программе к 1 мая. И в рамках этого плана все 4 недели апреля были разделены на определенные недели. Эта неделя проходит под эгидой без АСЛС. И вот мы, наше этнокультурное объединение, решили сделать благотворительный концерт для общества инвалидов. Мы сюда приезжаем не впервые, уже несколько раз здесь бывали. Прекрасная публика нас здесь встречает. В программе участвуют Татаро-Башкирское этнокультурное объединение Дуслык. Также Еврейский этнокультурный центр предоставил свои номера. Даже председатель Еврейского центра будет сегодня выступать, да, с молодым поколением. Конечно же, обязательно песни в исполнении наших артистов и танцы, конечно, казахские и даже корейские. Радуем наших гостей с таким, как говорится, приятным весенним настроением для того, чтобы они помнили, что мы все проживающие народы и этносы в Казахстане всегда едины, дружны, вместе поддерживаем, готовы принять участие, подать руку помощи в любые мероприятия, поделиться чуточку своим настроением, своими эмоциями, быть частью праздника, чтобы осталось хорошее воспоминание, и чтобы все весеннее настроение, которое пробуждается вместе с природой, чтобы до наступление заморозков всегда оставалось и также согревало в их непогоду. День единства народа Казахстана остается одним из важных праздников страны. Отмечают его более 25 лет. В этот день казахстанцы делятся друг с другом радостью, желая добра и процветания. Участники мероприятия и сами напевают куплеты знакомых песен, пусть даже на других языках. Мария Кубжатцева, художественный руководитель и вокалист Ассамблеи народа Казахстана, сегодня приветствует особенно тепло. Такие мероприятия мы проводим довольно часто. Сегодня я исполняла песню «Чайхана», для того, чтобы наши гости могли обязательно мне подпевать, и чтобы эта песня была им знакома. День единства народа Казахстана – праздник дружбы, понимания и согласия. Сегодня в Казахстане проживают представители 150 национальностей. В большую семью входят казахи, русские, украинцы, немцы, корейцы, уйгуры, армяне и многие другие. Причем все уникальны по-своему. Диас Наспаев, Олег Сытник, телеканал «Костанай».